це «Фітнес відкритим» та «Hello Body». І я дуже рада вас усіх вітати. Поки ще погода нам дозволяє, ми вийшли на вулицю і з задоволенням представляю вам неймовірного спортсмена, чудового тренера. Це Денис Нікулін. Сьогодні він буде показувати і розказувати, як же зробити класні вправи для чоловічої аудиторії. Тож, чоловіки, увага! Слухайте, дивіться, повторюйте і робіть разом з Денисом. Привіт, Денис! Доброго ранку! Доброго ранку! Ну що, вправи будуть чоловічі? Да. Сьогодні будуть цікаві упражнення, по-настоящему мужські. Конечно же, легких упражнений, дорогие мужчины, не ждите, потому что эти упражнения прокачают ваше тело. А! Вот так вот. Ну що, я тоді буду спостерігати, бо ну це ж найкраще, що може зробити жінка. Спостерігати за гарними чоловіками. Що буде вперше? Я зараз розкажу о структурі тренировки, розкажу о сложності, і потім ми запустимо тренировочний процес. А у нас зараз буде з вами зроблено 3 упражнения. Эти упражнения мы будем выполнять по 40 секунд, выполняем по таймеру. Таймер у меня уже настроен. Задача наша сделать будет 3-4 раунда. Отдых между раундами 1-2 минуты. Старайтесь упражнения выполнять правильно и с той интенсивностью, которая подходит именно вам под ваше физическое состояние на данный момент. Итак, я показываю, вы внимательно смотрите и делаете правильно. Первое упражнение, с которого мы начнем, это, конечно же, бурпи. Друзья, это упражнение называют еще бёрпи, бурпи, но так и так будет правильное название. Я показываю вам правильный, идеальный вариант, как нужно делать эти упражнения. И покажу второй вариант, который будет более легким. Итак, пока смотрим. Делаем наклоны, стараемся таз оставить вверху, потом делаем прыжочек, опускаемся, поднимаем руки и потом выпрыгиваем. Это первое упражнение. Второе упражнение, я его называю брейк-данс. Он чем-то похож на танец. Исходная позиция, стоя на четвереньках, и мы с вами делаем вот такие движения. Оно очень функциональное и задействует много мышечных групп. Это интересное упражнение. Вы можете сказать, блин, как его делать, оно очень сложное, Денис, давай другое. Но я настаиваю, чтобы вы освоили это упражнение. И третье упражнение, которое мы с вами сделаем, будут направлены на мышцы кора, на мышцы пресса. Исходная позиция – планка. Вот. И наша задача будет сделать упражнение «Жабка». Оно чем-то похоже на бурпи, но здесь акцент идет больше на мышцы пресса. Ничего себе, сколько разів треба зробити кожну вправу? А мы будем работать по времени, 40 секунд каждого упражнения. Угу. Отдых между раундами будет 1, максимум 2 минуты. Так что запишите или запомните эти упражнения и выполняйте их дома. И как вы видите, Юля, их не нужно делать в каких-то особых местах, не нужны особые приспособления для этого. Та ніби так, можна натравишся, і приємно, так? Да, вийшов да, на да. вулицю. Якщо це асфальт, ну не дуже буде, так, на асфальті? Чи можна? Ну, на самом деле, можна і на асфальті. Немножко буде травматично, треба постелити якісь коврики, але в цілому можна. Ну, краще на траві, на чому-то м'якому. І так, якщо ви готові, ми з вами приступаємо. Юля, а вы смотрите. Я дивлюся и насолоджусь. Поехали. Да. Друзья, 3, 2, 1, время пошло. Делаем прыжочки, ложимся на грудь, отрываем руки. И главное, траву не кушайте. Обращаю ваше внимание на то, когда вы запрыгиваете, таз оставляйте вверху. Я вам боком немного покажу сейчас, смотрите. Таз вверху. Запрыгнули, видите, таз оставили. И потом сделали прыжочек. Так, осталась одна секундочка, одно бурпи. Фух. Есть. А сложнее? Супер. Вы знаете, я тренированный. Для меня это было не сильно сложно. Но в целом, друзья, выполняйте это упражнение в спокойном темпе. Сердце у вас выскакивать не должно. Итак, приступаем ко второму упражнению.
Фух. Но дыхание немножко все-таки сбилось. На наступном вправе оно выровняется. Да. Итак, вы помните следующее упражнение? Юля, помните? Да я помню. Брейк. Ну, конечно. Мне интересно, следите вы за процессом или нет. Я всегда у своих спортсменов спрашиваю, а какое следующее упражнение? Они мне говорят, тренер там, ну ты же должен знать там, сколько делать, сколько там. Я говорю, ребята, вы должны тоже следить за тренировочным процессом, потому что если только в тренировочном процессе один тренер, ну результата у спортсмена не будет. Поехали. 3, 2, 1, go. Принимаем исходную позицию на четвереньках, но коленями не касаемся пола. Фу. Пауза. Сделали движение, пауза. И выполняем 40 секунд. Упражнение красивое, интересное. Дуже гарно виглядає. Работают все мышцы кора. Плечевая зона работает. Ноги работают, а все работает. Есть, 40 секунд прошли. А прошли они быстро и незаметно. И третье упражнение. Я называю это упражнение «жабка». Мы принимаем вот такую вот исходную позицию. И сейчас будем делать прыжочки ногами назад. Давайте я к вам лицом. Так. Вы готовы? 3, 2, 1, go, поехали. Сделали паузу ногами назад. Подпрыгнули вперед, тоже паузу. И мы с вами выполняем в течение 40 секунд. Назад, вдох, выдох вперед. Работайте в таком ритме, чтобы вам было комфортно, удобно и при этом вы чувствовали хорошую нагрузку. И что, друзья, 40 секунд есть. Класс! Я благодарю класс. Вас, Юля, витаю, за поддержку. Витаю. Друзья, остальные раунды, второе и третье, вы сделайте сами. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, когда вы посмотрите эту передачу, насколько вам все понравилось, какие вы получили результаты. Я рад, что мне предоставили сегодня такую возможность показать интересные, сложные упражнения. Так что, дорогие мужчины, занимайтесь, будьте крепкими, сильными. Я впевнена, що чоловіки будуть просто супер класними, мужніми. А хотіла запитати, для чого робити зупинки? Ми повинні встановити пульс. Вот, потому что в тренировочном процессе пульс он имеет большое значение. Угу. Заниматься долго на пульсовых зонах не совсем полезно для серця. Ну і ефективність в упражненнях теж теряється. Так, зрозуміло все. Ну що ж, Денис, дуже дякую від усієї чоловічої аудиторії, які дивилися нас. Я так сподіваюся, що чоловіки обов'язково будуть приєднуватись, робити разом з Денисом. Ну а потім, через деякий час, ви побачите, наскільки це класно буде для вас. Ви будете здоровими, мужніми і будете дуже гарно виглядати. Тому дивіться ще фітнес з відкритим, Hello Body. Приєднуйтесь до нас, па-па, зустрінемось. Пока-пока.